Меня зовут Наталья, я с Николаева, мне 29 лет. Я работаю в дейтинговой компании. Моя работа заключается в том, чтобы делать людей счастливыми. Я уже познакомила около 9 пар, которые сейчас счастливы вместе. Я помогла многим людям, но свое счастье я еще не нашла. В первую очередь всегда мужчины видят во мне картинку: о, прикольно, какие у тебя глаза. Но это мне не нужно. Я хочу настоящие, искренние чувства. Я хочу, чтобы с помощью моего голоса люди увидели мой внутренний мир. Такой ответственный момент. Давай я тебя проведу на сцену, может, тебе спокойнее. Я надеюсь на то, что на этом проекте я найду человека, с которым свяжу свою судьбу. Девочка наша. Он переживает. Нам треба хоча б одне крісло розвернути, і все, і Наталя в проєкті. Да, хоча б одну. Ух ти, це крутая пісня. Seems like it was yesterday when I saw your face. You tell me how proud you were, but I walked away. If only I know what I know today. Успокойся. Ой. Красивая, прям Селена Гомес только наша. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. А вы разумеете украинское? А звідки ви? Я Наталья з Миколаєва. Слухайте, ну ви красуня. Захоплення прямо в мене. Дякую, навіть. Дякую. Розкажіть про себе, чим займаєтесь? Працювала в дейтинговій компанії. А дейтинг – це значить свидання, да? Чим я була перекладачем. Ага, то есть знакомили наших девушек с иностранцами. С иностранцами? Ну, ух ты! Помогала сводить сердца. А, ну, так вы, значит, такая современная сваха. Я вообще хотел сказать вам, если бы я вас видел, я бы нажал бы сразу. На все кнопки сразу. Одновременно. Вы потрясающе красивая. Спасибо. Девушка. Вы просто потрясающе. Завжди так. Все добре, а результат вы нам не подходите. Можливо, ви хочете якусь компетентну думку почути? Пораду. Ця пісня потребує більш близького виконання, так, щоб ви відчували свій подих прямо тут, на мікрофоні. І ви закидали цей голос туди-назад. Може, це від хвилювання? Це хвилювання, звичайно. Це хвилювання. І оце заперте трохи дихання. Так. Тому я не повернулася, і, в принципі, ми всі. Оцього не вистачило. Зрозуміла сама. Ну, клас. Добре, що ми на одній мові спілкуємо. Пожалуйста. От, несмотря на те, що ви займалися якимось другим ділом, не музика, несмотря на це, приходіть к нам в голос. Ще немножко розшевеліть свій талант. Прийдете? Вона не піде. Ви так думаєте? Да. Я дуже часто приймала участь в різних кастингах, і для мене це
Может быть, будет последний, я не знаю. Ну. Почему? Мне вообще все отказывали еще в жизни. Все говорили, вот так вот говорили. Мне не стесняясь, мне говорили. А я все равно пер. Посмотрите, уже король, сижу в красном кресле. Ну, что сказать, наше свидание первое с вами прошло, ну, не прямо, скажем, ужасно. Было очень хорошо. Обязательно приходите к нам на голос. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Класс. Какая вы красивая. Ну, вы вблизи еще красивее. Захотелось на свидание. Спасибо за замечание. Спасибо. Я обязательно успею. Спасибо. Дуже приємно. Успіхи. Ви були молодець. Спасибо. Давайте зустрінемо обліцями. Наталя йде до нас. Молодець. Наталочка. Іди, сонечко, давай. Ти знаєш, от зараз мама тут, мама засмутилась остаточно, ти, напевно, зараз теж будеш плакати. Насправді немає ніяких... Так уже, ніякого голосу, все, роботай там, де ти роботиш. Опустиш руки, і справді нічого не вийде. Не опускай руки, будь ласка. І повір, в твоєму житті все буде гарно. Я так расстраиваюсь всегда, когда люди расстраиваются. Но мне так нравятся люди, которые не проходят кастинг, потом приходят, проходят до середины, потом не проходят сюда, не доходят до стадии с тренерами. 2000 человек, 3000 на кастинге люди. С третьего, четвертого раза проходит и добивается своего. Вот это достойно. Вот я такие характеры. Очень хочется, чтобы такие люди продолжали.